конечно, от данной партии. Алмамбетовой, Тынуксеитовой, Мозгачевой, Харпбекова, Кумальдиева, Пазыловой. И избиратели города Бишкек, Макишева, Бажанова, Турубекова, Турсунбаева, Давлесова, Аманова, Мамбеталиева, Мухтарова, Маратулу, Мудакулова. О признании решения Бишкекской территориальной избирательной комиссии 19 апреля 2021 года за номером 42/5 и решение Центральной избирательной комиссии от 24 апреля 2021 года за номером 73 незаконный и об их отмене отказать. Решение вступает в законную силу с момента его внесения, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд в течение 3 календарных дней. Копия решения сейчас секретарь выдаст. Так, вот и все, Маша. Мы здесь.